Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va'doyim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Ой, моя принцесса, доченька, ты приехала? Я тебя ждал. Папа, вы опять вышли на улицу? А, здравствуйте. А я сидел. Вон там сидел, уже давно сижу. Правильно сделали, идемте. Спасибо вам. Ладно, я вышел, чтобы подождать тебя. Потом ты приехала на машине. Я же говорила вам, папа, не выходите на улицу. А вы все делаете по-своему. Я волновался, потом вышел на улицу. Еще и босиком вышли, без одежды. А я не было ничего, я тебе туда вышел, ждал, ты не пришла, потом пришла. Идемте, вымоем ноги. Мои тапочки. Идемте. Они убежали куда-то, да. Да ладно, было много работы. Поэтому задержалась. Мои тапочки. Папа. Я бы это нету. Они убежали. Там, где остались, я устал очень. Это, что они не пришли, не пришли. Это налей воды потеплее. Ну-ка, папа. Хорошо. Я сижу, вот я вышел, вот так. А ты на машине приехала, хорошо. Потом еще машина проехала, гудела, гай-гай-гай-гай-гай, и уехали машины. Вах, 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 вах. А я проехал, нет, я ждал и сидел, они проехали. Удивительный человек. Да, я ждал. Заботливый мой папа. Когда ты придешь... Ой, ой, моя нога вот тут вот болит. Я все сидел, моя нога, а я все сидел. Она заболела, вот. Вот так. Тихо. Ой, а сколько вот машин так. было потом, а? Вот и все. Сколько? Туда ехали, сюда ехали, туда, сюда, а потом... А потом ты приехала. Как смотрю, а это ты приехала. Моя принцесса приехала. Ай, заболела моя нога. Заболела. Ой, вот, вот, видишь? О, вот. Ой, мои тапочки. Вот, вот, вот тапочки. Они. А я искал. Не было их. И... А потом пришли. Да. Ой, болит. Я ходил. Это туда-сюда 4 часа ходил. А теперь, папа, без моего разрешения не выходите на улицу. А, хорошо. Да, кстати. Ты же быстро пришла. Что мне надо было делать? А я сидел, сидел. Да. Если даже дует ветер, эти листья сами по себе ведь не упадут в бассейн. Мама, нужно ли было вот так срывать и бросать в бассейн? Зачем? Что угодно сделает,
лишь бы заставить меня работать. Эх, мамочка, мамочка. Кажется, вы что-то сказали, доченька? Да нет, я просто пою. А-а-а. Вы бассейн чистите, да? Вам обязательно это делать именно ночью, да? Доченька моя, моя хорошая. А где ваш муж? А? Он в комнате. Он уже лег, да? А почему вы не пошли? Я сейчас дочищу и потом... Ага. А то вы будете ругать, если не почищу. Я что, ненормальная, чтобы вас ругать, дорогая моя? Вот так вот вам! Чтобы ты утонула и сдохла, так тебе и нужно. Дальмуратакё! Чтобы тебе пусто было. Мама, почему вы так поступаете? Что я вам сделала? Ой, моя поясница, у меня нет сил. Ой. Ну-ка. Как же здорово получилось. Вот так вот вам. Слава Богу. Мама, что вы делаете? Что это такое? Что я сделала? Кто сказал ей чистить ночью бассейн? Нужно было лечь и спать рядом с тобой. Но ведь вы сами же велели ей чистить. Если я ей говорила? Говорила чистить днем, а не в час ночи. Надо было лечь и спать. Вот она сама. Взяла и поскользнулась, упала. Так вам и надо. Ой, как хорошо. Я своего добилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Я снова беспокою. Ничего страшного. Я опять к вам обращаюсь с просьбой. Вы сможете сегодня тоже просидеть с папой? Ладно, ладно, посижу. Я приготовила чистую одежду, все ага. сложила в ванной. Хорошо, сейчас. Все. Но как да же что так? Вы делаете? Вы тратите столько времени. Да нет, все нормально. Не беспокойтесь. Ведь благое дело не купишь за деньги. Люди должны делать добрые дела. Будьте спокойны. Большое спасибо. Ладно, хорошо. Ладно. Дильмурод еще не встал? Я его будила, но он не встает. А, пусть спит. Он устал, бедный сыночек. Вчера он принес деньги за аренду аптек? Я не знаю. Он ничего не говорит о работе. Очень правильно делает, что не говорит. Вам не обязательно всего знать. Он должен мне отчитываться. Что нового? Мама... Мне немного не здоровится. Почему? Я пойду и прилягу, ладно? Вы хотите сказать, что вам не здоровится, потому что я вас вчера столкнула в бассейн, да? Поэтому вы простудились? Нет, я же сама упала, мама, что вы? Конечно, конечно, вы сами подскользнулись и упали туда. В шкафу есть рафлю. Возьмите его. Растворите в кипятке. И выпейте. Все будет хорошо. Возле меня будете сидеть. Хорошо, мама. Чуть что, так сразу бежите к своему мужу, да? Ну что вы, мама? Будете сидеть возле меня, разговаривать хорошо. Со мной. Хорошо. Болеете. Болеете вы или нет, все равно будете рядом со мной. Что такое, не понимаю вас. Чуть что, сразу бежит к своему мужу. Стоит ему только остаться дома. Только и ищет повод, чтобы бежать к нему сразу. Что за дети такие? Эх... Ни до чего нет дела. Только поспать бы им вместе. Сколько можно спать? Постоянно спят. Ой, за Сони нашлись мне такие. С чего бы этой невестке все время спать? Сколько можно спать уже? Совсем не понимаю. Вы со своей Фирузой Киной не говорили еще? У меня нет телефона, мама. А телефон вам и не нужен? Зачем вам телефон? У мужа есть телефон, у меня есть телефон, дома есть. Вот и хватит? Дочка, невестка должна сидеть возле свекрови постоянно. Я ведь вас люблю, деточка. Вы у меня такая красивая невестка. Все, кто видит вас, завидуют вам. Вы моя копия в молодости. Скоро, моя сладенькая, если даст Бог вам ребенка, через 9 месяцев, 9 дней и 9 часов, подарите нам наследника. А вот потом будете так же, как я, вот так вот сидеть. Понятно вам?
Мама? Да. Я тоже вас люблю. Конечно, я же хорошая. Только я никак не пойму вас. Иногда вы такая ласковая, заботливая, а иногда злитесь, раздражаетесь. А вот такая вот я. Такая я. Даст Бог, вы когда-нибудь станете матерью, и будет у вас сын, даст Бог. Конечно, чтобы вы с мужем жили долго. И чтобы вы раньше его не покинули его, и он вас не покинул, чтобы вы жили вместе до старости, а я наслаждалась своим счастьем. Вот тогда, если у вас будет сын, вы тоже станете свекровью. Вот тогда вот и поговорим, каково это отдавать своего сына невестке. Вот ваш свекор. Взял да умер, оставил меня одну. Он ушел в мир иной. Он оставил меня совсем одну, одинешеньку. Да не спошлет Аллах ему свою милость. Вот тогда вы, деточка, меня поймете. Хорошо, мама. Ну-ка, подойдите ко мне. Ой, моя золотая. У вас что, температура? Ну-ка, идите, заходите к себе, ложитесь. Который час? 9:30? Чтобы в 12:30 к полудню был готов обед, хорошо? Хорошо, мама. Идите. О, боже мой. Вот нашла повод. Вечно такое выдумывает, даже если температура повысится. От мужа ни на шаг. Лишь бы муж. Больше ничего не нужно. О, боже мой. Короче, ты меня не видела, а я тебя не видел. Пару часов прогуляйся по базару, а я пойду. Если мы вместе зайдем, Азиза догадается. Хорошо. Смотри, не проболтайся. Ой, да что вы говорите? Разве я могу сказать? Лишь бы вы сами не рассказали. Ладно. Девушка, вы довольно сильно простудились. Вам обязательно нужно лечиться. До 3 месяцев беременности нужно быть очень осторожной. Сейчас у вас температура 39. Вам нужно лечиться и в больницу. Мне мама не позволит. Вам вообще ребенок нужен или нет? Вам нужно лечиться, внимательно относиться к своему здоровью. Сестра, вы не переживайте. Если надо, то будем лечиться в больнице. Зачем ты так говоришь, Малика? Мама все равно не позволит. Сестра, а можно дома лечиться? Да, можно. Я пропишу вам лечение, необходимые лекарства. У вас есть медсестра, которая делает уколы? Да, есть. Есть. Я вам сейчас выпишу лекарства для уколов. Нужно их вовремя принимать, хорошо? Если вы вовремя не примете лечение, потом будет поздно. Когда боли уменьшатся, еще раз придется на прием. Хорошо? Я вас осмотрю. Хорошо. Ладно. Когда лечение закончится, придется еще раз. Хорошо. Понятно. Спасибо. Ладно, большое ладно, спасибо вам. До свидания. Малика, ты не переживай. Я сам поговорю с мамой. Ладно. Нужно лечение провести до конца. Ой, а сейчас. Алло? Дельмурод, ты где? Здравствуйте, мама. Как вы? Здравствуй. Где ты ходишь? Мама, Малика заболела, я привел ее в поликлинику. У нее очень высокая температура. Врач сказал, что нужно лечь в больницу. Отвези ее к брату, пусть там вылечится, а потом приедет. Что вы говорите, мама? Как это делай, так? Делай, как я сказала. А, хорошо, мама, хорошо. Что мама сказала? Давай на пару дней поедем к твоему брату. И тебе там будет спокойней. Тебя там подлечим, все лекарства я тебе куплю, ладно? Ладно. Пришли. Как ты, не устала? Все нормально? Не здоровится. Я простудилась. Еле на ногах стою. Иди домой, отдохни, а я присмотрю за магазином. Сейчас пойду. Как ваша мама? Не ваша мама, а мамочка. Ну ладно, как там мамочка? Спасибо, хорошо. Передала тебе привет. Дай бог ей здоровья. Честно передала привет? Да, честно. Понятно. Позвоню-ка этой девушке. Может, она уже приехала. Я бы поехала домой. Очень плохо себя чувствую. Сейчас я ее вызову. Вам, кажется, очень понравился Токузаля. Вы словно мотылек порхаете. Да ты что так ревнуешь, а? Люблю, потому что. Вы же должны быть со мной. На автобусе вы не разрешаете. Или мне в таком состоянии ехать самой, а?
Вы мой муж или ее? Дорогая моя, я тебя сам на руках отвезу. На руках? Не обязательно. Главное, чтобы были со мной рядом. Да. Сейчас я ее вызову. А вы не зайдете? Малика, мне перед твоим братом неловко. Лучше ты иди сама. Хорошо. Сейчас. Здесь все твои лекарства. Хорошо. Принимай уколы. Счастливо доехать. Передай привет, хорошо? Пока. Папа. 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 Ну что такое? Папа. Папа. Добронаке, о чем вы задумались? Смотри, как она переживает. Ты ей дала выпить все лекарства? Уколы делаешь? Ой, бедненькая. Уколы сделала. И лекарства выпила уже. Тогда иди и посиди с ней, чтобы она одна не расстраивалась. Ладно, хорошо. Моя хорошая, вы опять расстраиваетесь, да? Киная, почему не бывает полного счастья? Ой, почему вы так говорите? Вы полностью счастливы. Сколько женщин мечтают о ребенке? Даст Бог, у вас будет ребенок. Это же счастье, Маликахон. Вы из-за свекрови так говорите, да? Да пропади она пропадом. Помните, мамочка так говорила? Помните? Да. Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо, Маликахон. Главное, что вас муж любит, моя сладкая. Даст Бог, вы станете мамой. Вот увидите, все наладится. И что, так и будем сидеть? Сидеть, расстраиваться, да? Кинай, я хочу мороженое. Ой, в морозилке есть мороженое. Меня тоже все время тянуло на мороженое. Идемте, поедем. Пошли. Идемте. Папа, ну что а это что? Такое? Что вы я делаете? Я немного поработаю. Вы опять сюда пришли? Ну ладно, дай. Оставь. Идемте домой. Идемте, ну, папа. Пошли. А немного же осталось. Я до мету. Дядя, дядя, возьмите свои деньги. Спасибо, спасибо. Хорошо. Вот видишь, я детям куплю чупа-чупс. Кто? Здравствуйте, Азизапа. Можно к вам? Заходите. Что случилось? Как вы отдохнули? Спасибо. А как вы? Азизапа, я приготовила чай. Может, позавтракаете? Хорошо. Сейчас выйду. Я хотела съездить на учебу. Что вы там будете делать? Меня вызвал преподаватель. Сказал, чтобы я срочно приехала. А вы не могли об этом заранее сказать? Я бы в зависимости от этого планировала свои дела. У меня тоже свои дела. Я вас для чего взяла на работу? Вы мой продавец или нет? К
каждый день что-нибудь, каждый день отпрашиваетесь. Я и сама не знала, поздно вечером получила СМС, а то бы я сказала вам. Ну ладно, что ж делать, идите, пораньше возвращайтесь. Хорошо. Спасибо, Азизапа. Вы позавтракаете, хорошо? Ладно. Ладно. Делает вид, что заботится обо мне. Лови, лови! Давай быстрей! Лови! На тебе! Давай быстрей! Бросай! Ой, улетел! Детки, детки, вот-вот-вот! Ой, вот. Дедушка! Вот-вот, я вам купил! Всем хватит! Ну-ка, ну-ка сейчас, ну-ка бери! Спасибо! Вот это тебе. Вот возьми. Спасибо. А-а-а. Вот тебе. Это тебе на, набери тебе. Вот. Спасибо. А это кому? Это тебе. Спасибо. Вот, а это тебе. Спасибо. Бери. А? Что случилось? Нет. Ну-ка. Полетели. Сейчас как брошу. Папа. 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 Ой. Опять ушел. Боже мой. Сейчас как брошу. А, нет, да. А, идем. Ну-ка. А, идем. Пошли. Ну-ка, давай сядем здесь. А? Вот так. Папа. А, хорошо. Сейчас. Папа. Вот. А? Идемте. А, сейчас. Ты пока поиграй, хорошо? А я сейчас, доченька. Ладно, иди, играй, а я потом вернусь. Сейчас завтрак приду. Остынет, папа. До свидания. Пока. Да, чай будем пить. Завтракать. Будем пить чай. بسم الله الرحمن الرحیم پروخت خال بولم درزرخ پلشتیکی خاروک آمین آمین как вы его сказали зовут? Джасурбек. А вас как зовут? Карима. Карима Хон и Джасурбек. Карима и Джасурбек. Вот. Это нужно в 12 ночи сжечь. И через 3 дня, в крайнем случае через 7 дней, он вернется к вам. Потом мы еще кое-что другое сделаем. То, что нужно будет пить и есть. Хорошо? Мне нужно еще прийти. Да. Когда еще раз придете, принесите воду. Чай. Сырок принесите. Фотография его есть у вас сейчас с собой? Нет, сейчас нет. В следующий раз принесу. Обязательно принесите фото. Хорошо. Мы работаем с фотографией. Хорошо. Ну ладно, голубушка. Идите. Спасибо. Кто там еще есть? Заходите, дорогая. Здравствуйте. Вы, кажется, впервые пришли. Да, я здесь первый раз. Ну ладно. На кого будем гадать? Это самое. Погадайте на Шарафаке. На Шарафаке? Да. А вас как зовут? Гузаля. Ну хорошо, посмотрим, что ждет Шарафджона и Гузаль Хан. Да благословит Всевышний. Силы небесные, силы земные. С волосами длинными, с косами плетенными. Кто закрывает тучи черные и знает тайны сокровенные, откройте. Расскажите все, что знаете. Так. Сейчас скажу. Этот парень выходит один, а с ним рядом женщина.
Да, у него ведь жена есть. Он выходит со своей женой. Да, да. Правда? Сейчас дальше посмотрю. Чики-чики, байт альмон. Субой да Сулейман. Арсвой да Арсламбаб. Чимкентдаги Учқорота, Бухорода Балоғардан, шу азизлар қўлласин, ё Ғосил Азам, ё Имом Азам, бу фатво-и зухро, ҳаҷи кубро, одами сабило, нухи набило, шу азизлар қўлласин, ё Баховатин, ё Балоғардон, ё Баховатин, ё Балоғардон, ё парийларим, ё суфарийларим, шу азизлар қўлласин. Покажите мне. О, дорогая, этот парень даже не смотрит в вашу сторону. Да? Сначала у вас все было хорошо. Вы были влюблены, словно Тахир и Зухра, Юсуф и Зулейха. Но сейчас все изменилось. К вам охладел. Его жена колдует понемногу. Это правда? Да. Она пошла к одному еврею. Он ей погадал, и она узнала, что у мужа кто-то есть. Он ей сказал, что у мужа есть красивая девушка с длинными волосами, большими глазами. Его жена использовала магию, и он теперь смотрит в ее сторону. Она теперь в безопасности. Да, дорогуша, но вы не расстраивайтесь. Ой, что мне теперь делать, сестра? Я сама вам сделаю одну вещь. Я приготовлю куклу из ниток. Вы ее должны сжечь. Тогда через 3 или 7 дней он к вам вернется. Правда? Да, вот сейчас, сейчас. Вот, завязываю. Вот так завязала. Вы должны это сжечь ночью, 12 часов. А завтра снова придете. Я вам сделаю еще одну куклу. Вы ее повесите на высокое дерево. Она будет колыхаться на ветру, и с каждым разом его сердце будет сильнее стучать. Ой, спасибо вам. Я должна сжечь только ее. Да, 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 сожгите ее. Этого будет достаточно. Так, еще я вам заряжу воду в этой баклажке. Да, было бы хорошо. Все будет хорошо. Пусть все вернется к сопернице. Разбрызгайте у нее дома. А можно разбрызгать на работу? Можно, и на работе можно. Все, что она делала, эта вода смоет. Да так смоет, что вернет ей все самой. Ой, спасибо вам большое. А сколько я вам должна? Моя хорошая, сколько не жалко. Ой. Ну ладно, ладно. Вот, возьмите. Да. Завтра придете. Теперь я завтра приду. Я, да, вам сделаю хорошую куклу из ниток. Ладно. Все будет хорошо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Кто еще есть? Заходите, мои дорогие. Заходите. Дунья уволилась. Да. А ты зачем вышел? Иди и ложись спать. Тебе завтра нужно на работу. O'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.